По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия россиян к сотрудникам полиции составил в 2022 году 62%. Этот показатель на 5 процентных пунктов выше, чем в 2021. За 10 лет доля россиян, доверяющих стражам порядка, увеличилась почти в два раза и достигла максимума за историю измерений. Социологи выяснили, что больше всего наши соотечественники уважают работников дежурной части и сотрудников полиции на транспорте. В первых строчках рейтинга также участковые уполномоченные, сотрудники ППС, оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних. Больше всего за 10 лет увеличился уровень доверия к сотрудникам ГИБДД с 39% в 2012 году до 62% в нынешнем. Поменялся образ полиции, полицейского. Доверие выросло. И это нам, скажем так, обеспечивает определенную устойчивость в обществе, понимание того, что даже непростые времена, в которых мы сейчас находимся, полиция это один из тех институтов, который будет обеспечивать стабильность общества, которую на самом деле очень многие люди сейчас хотят.